Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу вам показать высокорослые томаты. Прошел уже, наверное, месяц с момента их высадки в теплицу. Ну или скоро уже будет месяц. Не помню, в начале мая они были высажены. Какого числа? Вот это у нас томат «Банановые ноги». Самым первым он начал завязывать кисти. И вот можете заметить, это вот один кустик идет у нас. Формировать его можно от 3 до 5 стволов. Здесь вот 3 ствола. И смотрите, одна кисть вот на веточке, вторая, третья. И уже на самой макушке завязывается 4. И следующий пошел стволик. Кисть одна, вторая, на макушке третья. И на пасынке, на вот этом вот тоже есть кисточка. То есть очень так... Много достаточно кистей у данного томата. И практически, наверное, все томаты очень даже неплохо завязываются. Ну и вот такие вот они уже полосатые. Достаточно симпатичные. Но как бы многие почему-то плохо отзывались об этом томате. Если у вас какой-то есть опыт, можете им поделиться в комментариях. Многие говорят, что он у него очень вкусный. Не слишком он высокий. Можно вот заметить, что такой он компактный. Кустики. Два вот этих крайних. Здесь дальше у нас томат «Чудо земли». Вот такие вот два кустика. Тоже уже мохнатые. Начали зацветать. Здесь вот попозже были высажены. Заметна разница вот. Какие вот эти два, которые пораньше были, и какие по размеру, которые были попозже высажены. Здесь у нас с краю черри-томаты. Вишенка различных цветов называется она там. И красные бусы. Ну, тоже кисти начали зацветать. Там самые первые томатики начали завязываться. И в кисти где-то больше 10 плодов. Я сейчас одну покажу. Вот она, видите, какая кисть. Даже больше, наверное, где-нибудь 11-12. Такие вот томаты. Ни разу их еще не посынковали. Точнее, ни разу не подстригали. Посынковать-то посынкуем практически через каждые, наверное, 3 дня. Потому что пасынки, вот они, видите, здесь вот где, которые удалили, подсохли. Ну, часто очень нужно за ними смотреть, потому как быстро, вот видите, отрастают пасынки. Один уже, второй опять, третий. Если прокараулить, то он перерастет. Ну, так видно, что тут удалены были пасынки. Я сейчас вам покажу даже. Вот, вот пенек удаленный. Опять же, вот пенек удаленный. Такие пеньки надо оставлять. Они подсыхают, и тогда вот отсюда ниоткуда нового не будет расти. Бывает даже, и все равно это не помогает, и все равно начинает расти еще один пасынок. Поэтому следить за ними, конечно, нужно достаточно пристально. Ну, как я уже сказал, там тут банановые ноги. Он средний, наверное, рослый. Ну и пока он достаточно хорошо себя проявляет. Не знаю, какие будут томаты на вкус, но посмотрим. Как я уже сказал, их не подстригали землю. Здесь практически мы не трогаем, как их посадили. Только пропололи, не рыхлили особо ничего. Земля в теплице достаточно такая воздушная, поэтому рыхление как бы лишнее. И везде вот уже здесь немножко так подкопнуть, уже корни здесь везде томат напускал. Ничего сверху землю не окучивали, так как некоторые бывают так вот окучивают томаты. Но если будут, конечно, здесь формироваться дополнительные корешки, то можно эту процедуру провести. Но так как здесь пока никаких корешков, видите, нету, то ничего такого не требуется данному томату. Но так, конечно, заметно отличие, какие они были после высадки. Немного даже подгоревшие на окне из-за жаркого солнца. Сверху вот здесь у нас натянут, так сказать, спанбонд или укрывной белый, вот этот самый-самый тоненький, от лишней жары на всю теплицу. Так вот,
на одну часть ее, точнее сказать. Незаметно они позеленели, начали так активно расти. Уже, кстати, достаточно высокие. Некоторые также еще делают обработку борной кислотой сверху, чтобы как бы томаты лучше завязывались. Но мы этого не делаем. Мне кажется, даже немножко лишнее будет. Ну так, томатики. Пока вроде бы они не жируют особо, но все равно как-то немножко подтягиваются. Все равно неплохие томаты. Поэтому всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч!